Пробный прием населения, как и ожидалось, оказался малочисленным. Дата была утверждена всего за неделю, и далеко не все успели получить информацию. За 2 часа работы представители общественной палаты выслушали всего 3 обращения, и все они касались вопросов ЖКХ. Удивительно, что граждане действительно пришли, но я думаю на сегодняшний день, что у них сложилось мнение, что общественная палата имеет огромные полномочия. Это, конечно, радует. С другой стороны, вопросы весьма сложные были. Вопросы, которые требуют ряд вопросов, обращений, требуют создания рабочих групп, поскольку вникнуть те проблемы, которые возникли у них в течение 3 лет, это сходу, думаю, что нереально. На прием люди приходили с целыми папками документов, бесполезных ответов из всевозможных инстанций. Теперь очередь за общественниками. Несмотря на непрофильную компетенцию членов палаты, помочь они возьмутся в любом случае. Говорить, что мы будем просто изучать, это уже не тот ответ. Люди ждут конкретного ответа, что будет создана рабочая группа, что мы действительно проведем консультации. Некоторым назначили повторные встречи уже с рабочей группой и будем принимать, скорее всего, пока на уровне официальных запросов в инстанции, получения информации. И люди объяснили, что окончательная позиция палаты будет сформирована уже после получения тех ответов. Следующий прием общественной палаты назначен на 18 декабря. Он состоится также по адресу улица Речная, дом 20, корпус 2, с 16 до 18 часов. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.